Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать такой игровой эффект удара когтями. Для этого эффекта понадобится сделать всего одну модель. Её развертка этой модели выглядит вот так. И сейчас покажу, как ее быстро сделать. Достаточно создать новый mesh, цилиндр. Выставить в настройках цилиндра не ngon, а nothing. И количество вершин пусть будет 80. И у вас должна быть галочка Generator UVs, после чего переходите в Object и нажимайте Shade Smooth. После этого нужно перейти в Edit Mode, сделать Size Z вот так где-то, можно даже меньше. Потом провести вот линию с помощью комбинации клавиш Ctrl-R и увеличить немножко вот. После чего удалить, то есть сначала сделать прозрачное редактирование и удалить, то есть прозрачные вершины, и удалить вот эти стороны. Вот этот mesh как раз и будет делать, изображать когти. Хотя, наверное, нужно еще по оси Z вот так уменьшить. После чего нужно применить положение размер с помощью комбинации клавиш Ctrl-A. Для Unity, для экспорта в Unity обязательно нужно повернуть на 90 градусов, Rotate X 90 и сохранить как FBX. Обязательно выставьте Apply Scaling FBX All, чтобы размер модели в Unity также был единичка. И нажимайте экспорт. Итак, модель я перенес в Unity, еще на сцену добавил Post-Processing Bloom и Color Grading. И я буду использовать вот такие вот текстуры для материалов. С этой текстурой я сделал два материала, Particle Additive и Particle Blended. И с текстурой с дыма сделал Blend материал. И сейчас буду создавать слэш. Как обычно, нужно начать с системы частиц. Так, сделаю я высоту вот такую. Так как это будет один слэш от одного когтя, тут нужно выставить emission одну частицу, burst одной частицы. Shape можно отключить и скорость также выставить на 0. Сейчас выберу сразу модель mesh model и нужно выставить render alignment local. Так, поверну ее сейчас с помощью TD start rotation. Так, 90 150 пусть будет. И нужно ей добавить вращение, то есть когда мутант ударяет, она слэш не стоит на месте, и нужно вот его вращать вместе с ударом. Кстати, перенесу слэш чуть ближе наперед. Это делается с помощью Rotation over Lifetime. Тут можно выставить значение, допустим, 500, и чтобы под конец жизни вращение останавливалось, можно сделать вот такую вот кривую, то есть изначально вращение 500, а под конец 0. И время жизни пусть будет 0,4. Вот так, такой эффект. Еще нужно выставить цвет, хотя это лучше сделать с помощью Color Over Time. Пусть изначально цвет будет вот такой красноватый, а под конец жизни черный. Вот, допустим, вот так. И под конец он должен становиться прозрачным. Вот. Но мне кажется, что нужно еще добавить одну частицу такую же, но время жизни увеличить, допустим, 0,45, и скорость чуть-чуть сделать меньше, чтобы слэш был менее прозрачным. Вот так. И пусть Color Over Time будет вот так. И вместо обычного материала, который стандартно стоит в системе частиц, я выберу вот такой вот дым, вот такую вот текстуру. Тут может использоваться, допустим, текстура вот даже вот такая, любой вариант дыма, главное, чтобы он был симметричен. И так как сейчас этот слэш не такой яркий, так, наверное, сделаю его поярче. Вот, чуть
ближе к белому. Вот так. И в момент вот удара нужно сделать какой-то флэш. Это можно сделать с помощью еще одной системы частиц. Достаточно скопировать первую. Выбрать какой-то светлый материал. Допустим, вот этот. Аддитив. Выставить время жизни, пусть будет 0,5. Вот. Он так появляется на короткий промежуток времени. И rotation пусть будет 1000, чтобы быстрее вращался вот этот слэш вместе со стрелями. Нужно еще сделать плавное исчезновение. Так, тут черный цвет, он не нужен под конец жизни. Вот так. И тут нужен такой красный цвет и чуть-чуть белого. Вот так. И под конец вот эти все системы частиц, они должны изменять размер только по одной оси, чтобы они сужались. Для этого нужно включить Size over Lifetime, выставить Separate Access. Для первых двух осей выставить вот такие самые большие значения, а для последней оси Z, ну, у меня это ось Z, все зависит от вашей модели. И сделать вот такое уменьшение слэша. Но для темных слэшей это значение должно быть поменьше. Вот, допустим, чтобы они не полностью становились тонкими, а вот, допустим, на середине останавливались. Все равно они уходят в прозрачность. И вот вышел такой эффект. Это будет слэш от одного когтя. Для остальных достаточно скопировать вот этот компонент. Сейчас добавлю какой-то еще одну систему частиц. Это будет просто пивот. Так. Copy component. Сюда вставлю положение главного слэша. Так. .025 пусть будет. Подвину. И с другой стороны пусть будет минус 0.25. И вышел вот такой тройной слэш. Кстати, два остальных слэша можно уменьшить. Вот, допустим, тут будет значение 1, а в первом пусть будет значение 1.2. Хотя для эти слэша можно увеличить. Вот. И также можно сделать, так, подвину вот эти два назад. Так, я кое-что не то сделал. Тут так, а тут вот теперь нормально. И вот этот флэш, который самый такой красный, можно его сделать чуть тоньше. Вот, допустим, пусть тут будет 1.2, 1.2 и 1, а тут пусть будет 1.1, 1.1, а тут просто единичка, чуть тоньше, вот красный слэш. Еще можно скопировать главный компонент, главный слэш, и сделать его прям очень огромным, широким. Вот, допустим, 0.4, 1.4, 1.4 и 7. Вот такой. И для него я подготовил уже другой материал с другим шейдером. Это вот такая текстура точки, которая перемножается шумом. Шум движется, а текстура точки стоит на месте. И поэтому выходит вот такой вот эффект. Кстати, поверну его немного назад. Вот так. И чуть-чуть назад. Вот, вышел такой слэш. Кстати, этот слэш нужно переместить на задний план с помощью Sorting Fudge. Вот эти, пусть они будут на переднем плане. Этот черный слэш пусть будет чуть на заднем плане. И самый главный компонент, вот который поначалу красный, а потом в конце жизни черный, он должен быть на самом заднем плане. И вот, вышел такой вот эффект. Кстати,
Для этого слэша уменьшу, наверное, цвет. Сделаю его темнее, вот так. Ну-ка. Еще можно сделать прозрачность чуть меньше, вот так. И теперь осталось добавить какой-то эффект попадания, допустим. Для этого нужно создать новую систему частиц. Так, подвину ее. Она должна быть находиться в месте вот этого удара когтями. Shape пусть будет hemisphere. Раз радиусом 0. Скорость частиц пусть будет от 5 до 30. Время жизни от 0,1 до 0,2. Emission пусть будет от 10 частиц до 15. И размер частиц пусть будет от 0,1 до 0,15. И еще нужно сделать им какое-то торможение. Кстати, радиус пусть будет вот чуть больше. Торможение можно сделать частицам с помощью limit velocity over lifetime. Достаточно выставить значение дампа, допустим, 0,15. И speed, скорость, вот я сделал с помощью вот такой кривой. Сейчас они тормозят. И осталось сделать... Так, а ну-ка. Что-то они быстро летят. Наверное, скорость пусть будет вот такая вот. И нужно сделать им плавное исчезновение. Кстати, для вот этих частиц выберу вот этот blend материал с текстурой точки. Прозрачность пусть будет меньше. Пусть это будет билборд, стретчит билборд частицы. И цвет пусть будет вот такой вот темно-красный. И они должны плавно исчезать. Вот так. Хотя можно можно еще сделать им изменение размера, но я этого делать не буду. Вот так, частицы ударяются. И можно еще добавить какой-то флеш при попадании, допустим. Для этого нужно также создать новую систему частиц. Пусть время жизни будет 0,12. Это оптимальная жизнь для флеша, то есть 0, именно 0,12 секунд, не любое другое. Можно, конечно, выставить и 0,15, и 0,1, но я предпочитаю ставить именно такое значение. Тут, кстати, тоже нужно выключить shape и скорость. Размер пусть будет 3, и также нужно выставить максимальный размер. Не 0,5, а, допустим, хотя бы 8, чтобы частица не отдалялась при приближении камеры. Size over time пусть будет вот такая вот кривая, чтобы размер увеличился, а потом... со временем жизни уменьшался, вот так. Для этого пусть будет вот такой вот материал флеша, и цвет пусть будет вот такой вот прям темный, может даже вот чуть более прозрачный. И color over time нужно сделать вот так, чтобы под конец жизни вот этот флеш становился прозрачным, и вышел вот такой вот эффект. Для одиночного слэша можно просто убрать вот эти боковые компоненты. И выйдет вот такой вот слэш. Кстати, количество частиц можно, в принципе, тоже уменьшить, потому что я вот смотрю, мне кажется, это слишком уж много. Вот так. После того, как я записал это видео, я еще немного поизменял эффект. Вместо обычного материала я добавил... вот такой материал с dissolve эффектом, который вот делает слэш под конец, вот он плавно вот так исчезает, обрезается по исходя из прозрачности текстуры. И добавил еще вот таких частиц с дисторшеном. Вот. А ну сейчас включу shaded wireframe, чтобы было видно. Вот такие вот частицы вылетают с размытием. И еще добавил вот такой вот Shockwave. Вот. Ну и вторую частицу для этого. И также я изменил подобным образом вот этот первый удар когтями. То есть сделал также вот этим
слэшем вот такое растворение dissolve. Сейчас покажу, как это выглядит вместе с анимацией. Вот так, в принципе. Как обычно, этот эффект я загружу на свою страницу Patreon. Вы можете его скачать, перейдя по ссылке в описании. Спасибо за просмотр и пока.